Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. А перед началом ролика хотел бы посоветовать вам канал Enil Show. Это новый канал Тимохи Домино. Он снимает наш любимый Мазинхи и не только. Снимает разные разговорные видео, делает стримы, поэтому, пацаны, ссылочка на его канал будет в описании. Обязательно подписывайтесь, давайте его поддержим. Ему совсем немножко осталось до 1000 подписчиков. Давайте поможем ему выполнить эту цель, апнуть 1000 подписчиков. Реально, просто годный канал, подписывайтесь. Повторю, ссылочка в описании. Давайте поможем ему набрать 1000 подписчиков. И смотрите. Мотивируем его, чтобы он почаще снимал серии и делал стримы. Всем привет, с вами Кирилл, и вы на канале Кирилл Гейм. И сегодня будет новая серия, а именно тачка на прокачку. Получается, третья серия. Но эта третья серия будет довольно-таки необычной, потому что в этой серии мы будем прокачивать машину ютуберу. Дорогую машину, поэтому я надеюсь, вам понравится это видео. Но перед тем, как мы начнем, я хотел бы напомнить, что у меня есть свой промокод. Пишите вместе капсом Кирилл Гейм. На 5 уровне вы получите 50 тысяч, на 10 уровне вы получите 100 тысяч. Мой промокод можно вводить на любом сервере. Мазин Холли Плей. Также я хотел бы вам напомнить, что в моей группе ВКонтакте проходит конкурс на машину Лада Приора. Лада Приора — это в полном тюнинге, как раз я на ней сейчас еду, вы видите ее на экране, именно эту Приору я разыгрываю. Условия очень простые, а итоги будут уже в эту субботу. Поэтому, кто еще не участвует, просто переходите в описание, там будет ссылка на конкурс. Выполняйте все условия и участвуйте в конкурсе. Желаю вам всем приятного просмотра. Ну что ж, пацаны, вот приехал, получается, Тимоха, вот его Range Rover, Range Rover стоковый, поэтому госка 3 миллиона, целка 94, в принципе, все в порядке. Сейчас, получается, идем в нотариус, я забираю у него Range Rover и будем его покачивать. Сегодня будет, так сказать, немножко необычная прокачка, потому что я буду прокачивать машину ютубера. Ссылка на его канал, если что, будет в описании, поэтому можете переходить, подписываться, и в дальнейшем увидите уже этот рейнджер, получается, у него на канале. Я постараюсь сделать, получается, полный тюнинг этому рейнджеру. У меня есть 3 миллиона 327 тысяч. Я надеюсь, мне этого хватит, но, ну, скорее всего, мне хватит, на чип не точно хватит. Нитро он сказал не ставить, потому что мы с ним переписывались в ВК. Давайте я вам расскажу небольшую предысторию, то что как бы он увидел, что я сделал такое шоу «Тачка на прокачку», и предложил свою машину на прокачку. В последнее время почему-то у нас одни джипы, потому что то Lamborghini Urus, то Гелик и теперь Range Rover SVA. Ну, это довольно-таки прикольно, дорогая машина, это будет самая, наверное, дорогая прокачка, потому что больше, получается, 2,5 миллиона я на прокачку не тратил, а сегодня мы потратим больше 3 миллионов, я думаю, это точно. Потом в конце мы пойдем с ним в скайп, и он нам расскажет свои впечатления. Посмотрим на его реакцию, я думаю, это будет интересно. Надеюсь, вы уже поставили лайк, пацаны, потому что, ну, серия реально получится, я думаю, крутая. Вот, он, получается, мне дает за 0 свой Range Rover. Так, нажимаем ОК. Так, делаем на всякий случай тайм. Все, я забрал машину, теперь можно, получается, релогаться и ехать тюнинг ее прокачивать. Я реально надеюсь на то, что вы не против, то, что я взял именно у ютубера машину на прокачку, потому что, как бы, это Range Rover, я Range Rover еще не тюнговал, тем более у Тимохи просто-напросто денег нету на тюнинг, и почему бы и нет, пацаны, я считаю, что в этом ничего нету плохого. В следующей серии уже буду брать машину именно у подписчиков, поэтому, пацаны, можете писать после этого видео, наверное, предлагать свои машины там и так далее. Но предлагайте машины, пожалуйста, не такие уж дорогие, как Range Rover, потому что я не знаю, как лучше делать, прокачивать две машины за серию, либо лучше одну, но очень дорого. Поэтому пишите свои идеи в комментариях. Насчет мотоциклов, пацаны, я считаю, что мотоциклы прокачивать я не буду, потому что в этом нету никакого интереса. Тем более, шоу называется «Тачка на прокачку», и прокачивать мотоциклы в этом шоу — это будет довольно-таки глупо. Поэтому я буду прокачивать только машины. Если у вас есть там, например, волчок, либо какая-то еще машина, и предлагайте, пожалуйста, именно те машины, которые я еще не прокачивал, потому что прокачивать машины, те, которые я уже прокачивал, это будет вообще неинтересно, этого делать я не буду. Все, пацаны, я доехал до СТО, но давайте я вам по традиции напомню, где все-таки она находится. Это наш семейный бизнес. Пишите GPS, потом выбираете 6 пункт бизнеса, выбираете 5 пункт СТО, и здесь его 33 бизнес, Family Кирилл Гейм. Это именно СТО нашей семьи, которая находится в Арзамасе. Поэтому можете сюда приезжать, там, тюнинговать свои машины, чинить их и так далее.
Ну что ж, вот я заехал, получается, в S100. Давайте начнем, наверное, с чипа. Дополнительно нажимаем. И чип тюнинг. Мне интересно, сколько чип стоит. Чип стоит лям 500, пацаны. Я думал, он стоит дешевле. Я думал, он стоит где-то лям 300. А чип стоит просто лям 500. Это просто жесть, на самом деле. Ну ладно, покупаем чип, получается. Сигнализация, антирадар, топливный бак. Топливный бак стоит лям 200. То есть, это уже, получается, 2,7. Это, пацаны, получается 2,7. Мне, скорее всего, не хватит на полный тюнинг. Пацаны, не надо бомбить в комментариях, типа, вот, делай полный тюнинг, потому что есть такие умники, типа, пишут, вот, ты дурак, там, не делаешь полный тюнинг. Пацаны, блин, и так 2 миллиона, 3 миллиона, это большие суммы, которые я трачу. Вы должны это понимать, что я деньги, как бы, лопатой не гребу и не печатаю их. Поэтому я считаю, что если я в серии не делаю полный тюнинг, в этом ничего плохого нету, пацаны. Все равно я делаю тюнинг и трачу большие суммы денег. Тем более, еще мы на эту тачку поставим красивые номера, пацаны. Я считаю, что сигнализация ему не нужна, поэтому давайте лучше поставим, наверное, улучшение бака. Да, вот, ставим улучшение бака, ставим антирадар и идем дальше. Я предлагаю вам немножко затроллить, точнее, я предлагаю нам немножко затроллить Тимоху и поставить ему очень смешные диски. Ну, не смешные диски, которые сюда бы не подошли. И покрасить его розовый цвет. Мне кажется, это будет прикольно. Так, давайте перекрасим его. Так, перекрасить. Делаем цвет, получается, наверное, 181. Просто сделаем ему розовый реджовер. Чисто немножко угарнем с него. Да, внешку, пацаны, я сделаю немножко странную. Чисто, чтобы угарнуть перед Тимохой. Ну, точнее, над Тимохой. Посмотрим его реакцию на это. И диски я хочу поставить такие, которые стоят у меня на магнуме. Такой просто огромной полкой. Давайте сейчас их найдем и поставим. Вот, вот эти я хочу поставить диски, пацаны. Мне кажется, он немножко будет в шоке. Азот он просил не ставить, гидравлику, наверное, мы поставим, кстати, гидравлику, потому что ему гидравлика вроде бы как нравится. Давайте я выйду, посмотрю, сколько у меня денег осталось. Так, и денег у меня осталось 400 тысяч. Ну ладно, тогда поехали в банк, если ему деньги, и поставим ему еще гидравлику. И вот снова я оказался в S100, я снял деньги, у меня есть миллион, и поэтому можем поставить сюда гидравлику. Хотя он азот говорил не ставить, но я на самом деле его бы поставил. Не знаю почему, блин. Если его поставлю, он будет очень против или нет, мне это интересно. Просто я хочу азот реально поставить. Ладно, давайте все-таки еще его затроллим, поставим ему нитро, которого не просил. Он его не просил, но мы его поставим, в принципе. Да, я успешно поставил азот, пацаны, все, можно, в принципе, выезжать, получается. Но у меня, по-моему, денег на бензине осталось, да, у меня 299 рублей. Ну и давайте отъедем, сделаем последний такой штрих, это красивые номера. Давайте вот сюда куда-то встанем. Так, давайте я сразу тачку паркую, пишем парк, потом пишем инв команду, и вот номерные знаки у меня остались, вот эти последние номера, которые я хочу поставить ему. Выбираем, в принципе, поставить на машину. Все, я эти номера поставил. Давайте теперь тачку переспавним. Неплохой такой номерок, я считаю, довольно таки неплохо смотрится на рейндж-ровере. Так, пацаны, я все-таки решил сделать полный тюнинг, поэтому я сейчас одолжу 500 тысяч у подписчика, вот, Фугас Путбуль, он согласился мне одолжить 500 тысяч, я ему в течение 2 дней, в принципе, эти деньги дам, может быть, даже сегодня дам, поэтому я думаю, пацаны, вы должны уже поставить лайк, если вы этого не сделали, потому что мы все-таки сделаем реально полный тюнинг, прям осталось только поставить, получается, сигнализацию и все. Итак, я обратно приехал в S100 уже, получается, третий раз. Нажимаем дополнительная сигнализация и ставим. Она стоит 900 тысяч. Все, покупаем. Давайте теперь посмотрим CarPass. CarPass 147. Видите, у нас здесь теперь просто все есть. У нас есть улучшение двигателя, сигнализация, антирадар, улучшение бака, нитро. Номера, получается, что еще тут есть. Ну, короче, все, что есть в S100, все я ему поставил, пацаны. Это реально полный тюнинг, и на полный тюнинг ушло больше, чем 5 миллионов, пацаны. Это самая дорогая прокачка, реально ушло больше, чем 5 миллионов. Я надеюсь, вы уже лайк поставили, потому что если за это не поставить лайк, то я не знаю, пацаны, вообще, что вы тут делаете. Потому что я потратил 5 миллионов, просто 5 миллионов.
Вау! Я не знаю. Ладно, ты готов? Смотри туда. Блядь. Мне что-то предал. Я так и знал. Я так и знал, я тебе отвечаю. Откуда ты мог знать? Охуенно. Я хотел купить Логан сначала, понял, типа заспавнить черный. Ну, Логан черного света 20 века. Да, да, да. Ты понимал, у меня на тюнинг ушло больше 5 миллионов. Мне пришлось в долги даже зайти, блядь. Ну, тюнинг дело неблагодарное, знаешь. Ну, пиздец, давай тебе Карпас покажу. Ну, хорошая машина, можешь себе оставить. О, нихуя себе, ты вообще в фулл-тюнинг вывел? Все, что было в тюнинге, все я поставил. Гидравлику, нитро даже поставил. Еще и бензобак поставил. Да, все поставил. Все, что было, знаешь, реакция для видоса. Вау! Типа, не, просто я так вот, это розовое или нет, блять, розовое. Че на таких дисках? У меня такие диски на фуле стоят. Корбеты, по-моему. Че, погнали, я тебе ее отдам? Сейчас, излучение, есть сигналка, есть радар, есть 85. Тип топлива можно было поменять на 92-й, было бы... На ГБО можно было писать. О, кстати, номера охуенчик. Угу. Номера пиздаты. Последние номера, которые у меня остались. Да. А ты его лонговым не планировал делать? Тонировочку там, не? Ну, он распил, правда, ну ладно, пошли. Владивосток, что ты делаешь, да? Так, заходим. Ты еще с гитарой, блядь, музыкант такой. Угу. Сейчас не тому еще тачку кидаю, вообще буду заебись. Да, блядь, вот, мне. Можешь кататься на своей розовой вагине. Я еще понял, снимал видос, хотел выложить до того, как ты выложишь. Думаю, бля, намекну, типа, что мне нравится серый цвет. Всегда хотел покрасить серый, сука, розовый. Я могу тебе деньги дать, да, чтоб ты покрасил. Блядь, на тюнинг ушло больше, чем госка машины. Я говорю, тюнинг дело неблагодарное. Пиздец. Да тут у тебя все есть прям по максимуму. Ну да, бля, вообще охуенно, реально. Прям фул, бля, рейндж. У меня просто такого никогда все, что не было бы 100, то вот я и поставил. Я охуел, бля, я думал, чип там лям 300 стоит, лям 500, ебать, такой, нихуя себе. Ну что ж, пацаны, всем спасибо за просмотр. Ссылка на канал Тимохи, то есть Жени, будет в описании. Я просто привык его Тимоха называть, поэтому я вот даже в жизни Тимоха называю. Есть такое. Странно, что у меня в телефоне не подписан Тимоха, Женя. Ну ладно. Всем спасибо за просмотр. Все ссылки есть в описании. Подписывайтесь на канал Жени. Давайте попробуем добить там 1000 подписчиков. Ему осталось там примерно... Попробуем его добить, да? Добить. Попробуем просто его добить, пацаны. Все, всем спасибо за просмотр. Пишите, как вам Range Rover. И всем пока-пока.